Добрый день, меня зовут Русинова Полина Сергеевна, я подростковый терапевт. Начиная с 7 лет, я мечтала быть стоматологом и помогать детям. В 2018 году поступила в Сибирский государственный медицинский университет на факультет стоматологии. С 4 курса работала ассистентом в стоматологических клиниках «Мастер Дент». На 5 курсе пошла в их обучающий центр, где в течение года меня обучали работе на микроскопе, а также как вести самостоятельный детский и взрослый прием. К концу 5 курса я уже была уверена в своих силах и могла самостоятельно проводить детские приемы. С сентября 2023 года работаю подростковым терапевтом, ведь помогать детям – мое призвание. Ведь каждый родитель желает, чтобы его ребенок был здоров, а я им в этом помогаю.